Вот, черт! О, сам ты черт! Ромарио, что случилось? У меня в комнате сработала сигнализация. Офигеть, у него в комнате есть сигнализация. А у меня только канализация. Канализация в ванной комнате бывает, ты в туалете. Я знаю, я там и живу. Теперь понятно, почему ты все время с нами тусуешься. А, натуре. Так ты вообще не смешно, а обидно. Вот повзрослею, поумнею, разбогатею и построю такой офигительный дом, что вам и не снилось. Так мы будем только рады за тебя, ты че? О, и Валера тоже рад. А где Рома? Машина завелась. А он умеет водить? Так, это мой первый раз. Надеюсь, у меня получится. Стой, стой! Папины разработки не должны попасть кому-то в руки. Стой, стой, ты куда едешь? Хотелось бы назад. Но ты едешь вперед. На тормоз, тормоз, надо было нажимать. Походу все. Приехали. Рома, ты что, с ума сошел? Сначала ты сбежал из дома, потому что твой дядя хотел тебя убить. А сейчас наоборот, спешишь домой. Думаешь, что, твой дядя передумал? Канализация бы не сработала просто так. Она настроена на мой тайник. Видимо, кто-то туда пробрался. Нужно торопиться. Все изобретения моего отца под угрозой. Ну так поехали, я тебя отвезу. Ну, можно и так. Ой, ой, а мы? Да! Пока, стряпайте, манты. Время, Данон! Охраняйте дом от пришельцев, пока Олег на зарядке. Есть сыр! О! Есть сыр! Да, в натуре, а пойдем похаваем! А пошли! Ну ты, Ярик, водила! Отстань! Мистер Президент, мы на месте, приготовьтесь к телепортации. Да я давно готов, телепортируйте уже! Возвращением на борт, мистер Президент. Ага, рассказывай, как проходит захват этой области? Тяжело. Мы недооценили расу людей и их технологии. Местами мы встречаем ожесточенное сопротивление. Ага, понятно. Кстати, какого хрена ты мне сделал такой голос? Это максимально безобидный голос для общения с человеческой расой. Но могу вам изменить его на такой. А ну-ка, ты чё? Быстро верни, который был! Как скажете, а могу такой. Какой? Ты чё офигел? Лучше сделай, какой был. Проверка! Не этот! Сделай обратно! Как скажете! Проверка! Не этот! Ты что, надо мной издеваешься? Никак нет, мистер Президент! Вы сказали сделать обратно! Я сделал! Оставь, который был изначально! Проверка, проверка! Вот идиот! Простите! Говори, куда дальше ехать! Прямо и потом налево! Хорошо! Вот мой дом! Машину лучше оставить здесь! Хорошо! Я ничего не знаю! Не трогайте меня! Иди вперед! Дядя? Чьи это разработки? Говори! Моего брата! Брата моего! А где твой брат? Говори! Погиб! Погиб! Жалко! Он бы нам пригодился, в отличие от тебя! Чего они задумали? Рома, отвернись! Тихо! Пожалуйста, тихо, Рома! Нет! Стой, ты дурак! Рома, назад! Нас окружают! Что же ты делаешь, дурачок? Давай, заводись! Рома, валим! Рома! Я должен забрать папины разработки и проехать! Свинорылов очень много, нам не справиться! Давай скорее, я прикрою! Рома! Черт, черт, черт! Лишь бы в пах не попали! Как же Ромчика жалко, твари инопланетные! С дороги, урод! Не уберег я Ромчика!
Как меня вымотала эта перестрелка? Надо поспать. Тебя? Да ты на кровати просидел, вымотался он. Вот я устала. А я Олега спас. Ой, сказочник, это Олег нас спас. Все, отстань, я сплю. Это ты, отстань. Трактор. Че, щекота так болит? Дал что ли кто-то? За щеку. Походу я с ума сошел. Перекус таксиста че? Говядина. Тухлятина. Если курятина из курицы, то говядина из коровы. А если в кофе кофеин, то в какао шоколад. А ты хорош, чел. Фейс-контроль ты не прошел, не прошел, не прошел, и в себя ты не пришел, не пришел, не пришел. Свинорыл, фу, отправляйся обратно туда, откуда прилетел, вместе с твоими дружками. Хорошо. Фейс-контроль ты не прошел, не прошел, не прошел, и в себя ты не пришел, не пришел, не пришел. Смотри, я мистер Заглотус. Ошалеть, да в такую пасть только сосиски да бананы класть. Фу, блин, чуть не проглотил, не повторяй за мной. И не буду, я чё, дурак. А если запихать сразу три сосиски? Две в рот, а одну... Нет, наоборот. Приятного аппетита. Спасибо. Не понял? Дайте. Да дурачиться опять, спи. Отстань, урод. У тебя изо рта тухлятиной воняет! У тебя тоже! Помогите! Помогите! Да не могу я спать! Заткнитесь быстро! Уснуть не можем без вас! Ой, извините! Тогда мы будем орать потише! Спасибо за понимание! Вы отправитесь в лагерь и будете работать! Олег, привет! Олег, привет! Олег, помоги! Олег! Олег! Слышу сигнал о помощи. Да дайте же вы нам наконец уже посрать! Ой, поспать! Вижу врага, заряжаю супер удар. А для тебя, робот, у меня есть сюрприз. Тебе это не поможет. Олег тебя размажет, как нож масло. Тебе конец, я оторву тебе конец. Олег! Олег! Вот черт! Олег, привет! Олег, привет! Олег, вставай! Олег, вставай! Вставай! Ну и где ваш хваленый робот теперь? А теперь я поведу вас в лагерь! Не надо, дядя! Тишина. Эй, есть кто дома? Олег, привет! Олег, привет! Черт, черт, черт! Ваня! Андрюха! Даня! Ой, это же я! Папа, мама! И где мне теперь их искать? А где все?